никогда тебя не отвязывал? Нет, потому что они боялись, что я им, ну что-нибудь погрызу или испорчу. Какой кошмар! Мне забывали давать еду и воду. Какой ужас, бедненький, ты еще и голодал. А когда я лаял, чтобы напомнить о себе, он подходил и бил меня тряпкой, чтобы я замолчал. Кошмар, но так же нельзя обращаться с животными. А сегодня на балконе делали уборку, поэтому меня отвязали. Я этим воспользовался и побежал без оглядки. Правильно сделал, я бы тоже сбежала. Вот только теперь я не знаю, что делать. Мои хозяева еще не скоро вернутся из отпуска. А к тому же живодеру я ни за что не вернусь. Тогда давай пойдем ко мне. Ой, а тебе разрешат? Не знаю, но я тебя не брошу. Пойдем. Заходи. Ой, я боюсь. Не бойся, я тебя спрячу. А ты будешь мне приносить еду и навещать меня? Конечно. Вот, смотри, пока я спрячу тебя в кладовке, а там посмотрим. Как-то здесь, тесно. Я потом что-нибудь придумаю. Аврора, тебе не кажется, что у нас дома как-то странно стало пахнуть? Не знаю. Ну, в любом случае у нас живет собака, а собаки вообще странно пахнут. Нет, это не запах Шанель. И это запах какой-то другой. Шанель, ты ничего не чувствуешь? Я? Нет. Ой, а что это? Нет, нет, не волнуйся. Я сейчас сама проверю. Ты что, офигел? Я случайно. На меня тут какая-то фигня упала. Из-за тебя нас чуть не спалили. Шанель, я устал тут сидеть. Я сейчас принесу тебе что-нибудь поесть. Ну, будь умницей, пожалуйста. Мойтесь, там все нормально. Это просто с вешалки упало пальто. Понятно, а то мы испугались. Чего вы там боитесь? У вас же дома есть собака. Я вас охраняю. Из тебя такой охранник, Шанель. О, отнесу ему мою косточку. Шанель, а куда это ты понесла косточку? Я? Да никуда. Я просто так с ней хожу. Шанель, занятие. Пойдем лучше погуляем. Аврора, я просто хотела... Собака? Собака? Нет, ну ты что, ну откуда у нас собака? Ну я же слышала, кто-то повизгивал. Это, наверное, мышь. Аврора, знаешь ты это, иди гуляй. Ты что, офигел? Ты чего тут визжишь? Ты вообще про меня забыла? Я писать хочу. Блин, ну что мне с тобой делать? Сейчас постараюсь принести тебе пеленку. Пеленку? Дай мне выйти погулять. Когда кошки уйдут на улицу, я тебя выпущу. Вот, держи. Только давай быстро, пока никто не увидел. Шанель, что ты тут делаешь? Я? Ничего. Шанель, это что? Ты не пописала? Это не я. А кто же? Ой, ну да, это я. Шанель, ты что, писаешь на пеленке? Ну, я случайно. Аврора, ты же гулять собиралась. Давай скорее беги. Я сейчас здесь все уберу и приду к тебе. Уф, чуть не спалились. Да, я чуть не описался от страха. Да, я заметила. Всю пеленку описал. Да ладно тебе. Кошки ушли на улицу. Выпусти меня, наконец. Ой, как здорово у тебя тут. Мне нравится. Только, пожалуйста, ничего не разбей и не сломай. Иди лучше поешь. Ням-ням-ням. Ой, как вкусно. Не подавись, так нравится. Покажи, где ты спишь. Ну вот, это спальня, заходи. Ой, как круто. А давай беситься на кровати. Thank you.
вам все объясню. У нас тут что, собака? Ну, не совсем. Помогите! Боня, стой, что ты делаешь? Боня, что ты натворил? Ой, мамочки, я лучше на улицу пойду. Боня, что ты наделал? А что? Смотри, как весело. Смотри, как я их пранканул. Боня, ты все испортил. Теперь кошки тебя точно выгонят из дома. Ну я ж... Надо же было мягко тебя им представить. А ты налетел на них. Они теперь не разрешат тебе остаться. Не может быть. Шанель, немедленно иди сюда. Да, Шанель, немедленно иди сюда. На животных. Они из Аврора, но я не могу его выгнать. Он вообще агрессивный и неадекватный. Я вовсе не агрессивный, я просто с вами играл. Ничего себе игры! Напугал вас до полусмерти! Специально. Так, я не собираюсь это обсуждать. Паша и Коля тоже тебе не разрешат оставить Боню. Ну, Аврора... Все, я не хочу вас больше видеть! Шанелька, я пришла! Аврора! Алиса, а где Шанель? Шанель с нами не разговаривает! Да, она обиделась и убежала! Кошки! Ну-ка, Шанелечка, где ты? Что случилось? Маша, они его выгнали! Кого выгнали? Боню! Так и сказали, убирайся отсюда! Так это что, правда про то, что ты привела собаку? Да, но это не просто собака, это Боня! Маша, пожалуйста, мы должны ему помочь! Шанелечка, ну ты же знаешь, что мы всегда стараемся помочь всем животным! Вот-вот, я так и знала, что ты согласишься ему помочь, а кошки мне сказали, что ты его выгонишь! Шанелька, если Боне действительно нужна помощь, конечно же, я его не выгоню. Тогда скорее побежали его искать. Побежали. Шанель, ну, и где твой Боня? Нет, он не убежал. Маша, смотри, скорее, вот он. Ну что, привет, Боня. Будем знакомы. Маша, привет. А ты меня не выгонишь? Нет, что ты. Шанелька рассказала мне твою историю. Не волнуйся, мы не отдадим тебя никаким злым людям. Ура! Значит, я могу остаться с вами? Конечно. Пока не вернутся твои хозяева, ты можешь жить у нас. Ребята, а вам нравится Боня? А что бы вы сделали на моем месте? Разрешили бы ему пожить у вас дома или выгнали бы его?